Представляем, парни, сила и гордость нашей команды. Я. Красота и рация нашей команды. Лукас. Просто член нашей команды. Ну а начнем мы, конечно же, с песни. Раз, два, три, посмотри, твой любимый размер, житомирские носки. Ты любишь земляничку, а я люблю клубничку. А теперь давайте на секунду представим, если бы фильм «Бумер» снимался в общаге. Ключи от комнаты. Я на позитиве. А тем временем у нас во дворе. Что делать будем? Ёлки-палки, свой день впереди. Хорошо, есть предложение? У меня есть одно. Давайте, наверное, в войнушки поиграем там. Бел-бел. Нет, Маша, ты же девочка, иди отсюда. Давайте лучше пойдем у соседа яблоки воровать. Мальчики, мальчики, можно с вами? Нет, Маша, ты же девочка. Ребята, у меня идея. Поехали в баньку, попаримся, веточки, тараночка. Мальчики, мальчики, можно с вами? Не, Маша, ты девочка, иди. Я такой же, как вы. Я тоже синий. А сейчас немного машин. Владельцы машин Mercedes жалуются на дорогие запчасти. Владельцы BMW жалуются на большой расход топлива. А владельцы Славуты жалуются на свою голову. Случай в военкомате. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Укажите буковку. Доктор, я не вижу. А вот эту самую большую? Доктор, я слепой. Еще один дальше. Букву мне сказал! Доктор, я не вижу! Годен. А говорит, слепой. Нострадамус пьяный на своем выпускном. Итак, дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием школы. Сегодня перед вами открывается дверь в ваше будущее. Слесарь! Сантехник! Прости. Прости, Господи, пошли покажу. А теперь песня, как фильм «Пила 6» повлиял на творчество Александра Серова. Я ножами и стеклом наше ложе застелю. Я люблю тебя до слез, и я сам тебя зашью. Слушай, в детской песочнице. Танечка, привет, а что ты делаешь? У холонки играю. А с кем ты играешь? Сколькою. А ты сколько? Таковаю.
Ну а в конце мы хотели бы сказать фразу нашего звукача, какую он сказал за полчаса до выступления. Парни, о, химики, а давайте выступим. Красавчики.